На месте с песней! Шагом! Марш! Одинок на знамени твоем сияют родины награды. Как много было пройдено дорог, гордимся мы. Вашему вниманию в подарок концерт художественной самодеятельности отдела культуры. Вот. Сережа! Сережа! Дайте я, а то помру, да? Здорово! Чечня в огне, Сесня в огне, Наш полк дошел, дополз до Грозного окраин. Душман нам спину бил, и с честью палил. Душман снимать, мы кровь здесь проливали. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали, спасибо. Не за копейки и рубли. Песня, которая помогает жить, которая вместе всегда вместе с нами. Я предоставляю слово художественной самодеятельности поселка Петра Дубрава. На войну! Жарко полело, солнце молодое, бой там не бросай, хочется домой. Люди скорей, дороженька до дрома, зажри Казани. А по степи, колокола. Решим по дубовому мёту, господи. Всё решим, решим. Нужно. Я ж там был, надо было там подойти. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас отлично помню, наш представитель башкирских матерей. Да, да. Я вас благодарю лично за то, что вы все-таки, как вы сказали, до вас добрались мы, и вы нам помогли. Я всю войну прошла, вслед за сыном, в Чечне 3 раза была. Знаю. Спасибо вам. Я на вашей стороне, вы знаете. Вот все 5 эшелонов никогда уже идут. Никогда не плакала. Правда, моего сына сегодня нет. Будет. Ну, я благодарна вам. Все вы будет. Же на встрече были с командующим? Конечно, я были. Было обещано. Я в этот же день, была. Пожалуйста, все. Спасибо прибыли. Вам большое. Дай Бог вам здоровья. Передайте всем матерям. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.
все мы братья, Андрюха. Это с Грозного девчонка меня встретила. Спасибо, брат. Братан, встретил, встретил, братана. Сука, блядь, я жив остался, блядь. Главное, жив остался, блядь. У вас как сейчас есть? Я приду. Хорошо. Сейчас проедем. А я не знакомилась. А что вы долго проявляете? Ну, сейчас. Какое слово держал? Да. Ну, может, ну и вы тоже. Слов скажете? Что можно сказать? По-моему, вот сейчас самые лучшие люди говорят то, что вот между собой они встречаются. Для меня, как командующего, это одна из тех проблем, которые приходилось решать, решена, положительно решена. Во-первых, все разговоры о том, что 81-й полк погиб и никого не осталось, те люди, которые высказывали, что нет полка, это прибыл только первый эшелон. В пути еще три и еще два грузятся. Всего шесть, да? Да. Поэтому говорить о том, что нет полка, все там полегли, значит, и вообще там никудышные люди. Я горжусь своим полком и теми войсками, которые дислоцируются на территории округа. И вот последние учения, которые закончили, мы буквально 7-го числа главком проводил. Штабы подготовлены, так отмечено в разборе главнокомандующих сухопутными войсками. Но мне хочется вот в этот день начала, так сказать, возвращения наших войск. Я уже каждую станцию отслеживаю, когда пересекут границу Приволжского округа. Вот прошли Волгоград, теперь уже совсем рядом, допустим, второй эшелон. Завтра будет здесь. Это мое, это родное. Я этим живу, и каждый офицер и прапорщик живет этим. Для этого мы и существуем, чтобы как-то сгладить вот эти сложности, трудности, все ситуации, вот, которые у нас в стране. Ну и всегда быть готовым выполнять свой воинский долг. Армия от народа, армия с народом, армия никогда не будет против нашего российского народа. Никогда. Я как командующий заявляю, поэтому могу однозначно это сказать. Я радуюсь, что у меня такие хорошие солдаты, такие военнослужащие, с ними можно куда угодно. Хоть в огонь, хоть в воду. И накануне Дня Победы мы не подвели. Теперь не стыдно смотреть в глаза нашим фронтовикам, нашим отцам, нашим дедам. Вот, что мы хуже, приволжцы хуже, чем что-то. Такого не бывает. А то одно время говорили, что вот не знаем, про такие, как вот это поколение справится, если справится. Что-то будет. И вот выяснилось, что все справится. Если надо будет с кем угодно справиться. Долг вернулся из боя и спел свою песню полковую родную. Разве это плохо? А вот два куплета было чеченских, они уже там сочинили. Да, да, и про Грозный там прочитали. Так что это все наше. Я рад. И спасибо вам большое за то, что вы правдиво освещаете материалы о вооруженных силах. Есть плохие там какие-то у нас вопросы, плохо решаются. Ну и хорошо, надо показать, мы их увидим. Будем вместе с вами работать. Есть хорошее, надо показать хорошее. Я только за это. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Проводники даже написали, те, кто был, вез этот эшелон. Пацаны, мы с вами. Олег, по Титену всегда показывают. Да, кстати, я скажу, что СКАТ единственная телекомпания, которая выехала одна из первых
Чечню и сделал такой фильм объективный. Да, вот поэтому... по сравнению с тем, что сделал государственное телевидение, вы смотрели, где все? Конечно, конечно. Это небо и земля, как они делали. Там освещалось... Надо объективно все показывать. Я, например, очень рад, вот прям, не знаю, переполняет просто удовлетворение, что полк вернулся. Задача, которая была поставлена, все-таки ребята уже достаточно много там психологических факторов получили, значит, вернулись сюда на место постоянной дислокации. Это очень радует. Всегда, когда финиш, старт, цепочка завершена, значит, всегда удовлетворение в душе. Спасибо. Слова излишни, да? Да, я тоже так думаю, что слова излишни. Я вам скажу, что мне хочется выразить благодарность всем самарцам, тольяттинцам, всей области и всем вообще родителям, которые нам организовали такую встречу. Мы, конечно, ждали, что нас тут встретят жены, родственники, но то, что общественность подключилась к этому делу, очень было, конечно, приятно. Это первое. Второе, что у всех самое приподнятое настроение. Во-первых, люди поняли, что они окончательно, что они живы, здоровы, что они любимы, что их ждут. Это самое приятное в жизни любого, я думаю, человека. И очень хорошо, что на сегодняшний день так вот и погода нас радует, и мы рады всему этому. Спасибо большое. Спасибо. У тебя есть имя, отчество, да? Есть, Владимир Анатольевич. Есть. Полковник Владимир. 3, 2, 1. Вот он, наконец, наступил тот самый волнующий момент. Момент, которого мы ждали долгие дни и ночи. Момент, который войдет в историю. Наши возвращаются из Чечни. В минувшее воскресенье, 9 апреля 95 года, под Самарой, на станции Кряж, встречали первое подразделение 81-го полка Приволжского военного округа. Вы из госпиталя встретились, да? То есть вы раньше прибыли? Да, да. С ранением, да? Не, у меня не ранение, травма. Ну, если можно, представьте, пожалуйста. Я Купцов Сергей, 4-й рот. 4-й рот, рядовой? Да. А вы? Сержант Кулагин Дмитрий Алексеевич. 4-й рот тоже. Тоже 4-й рот, да? Механик водитель БМП-2 Никитин Сергей Васильевич. Тоже рота, да? Да, 4-й рот. И вы тоже, да? Тоже так же. А к награде только вы представлены сейчас, да? У нас все. С Грозным 4-й рот. А, и у вас тоже, да, 4-й рот? Нам да. Всех награждают. А, скажите, пожалуйста, вот некоторые средства массовой информации сейчас говорят о том, что вот те награды, которые ребята получают, вернувшись из Чечни, они, в общем-то, не нужны. Как вы считаете? Да нет, чем нам нужны. Какая-то все-таки гордость, я не знаю, как сказать. Приятно все равно, когда приехали, наградили нас. Ну, по-гражданским, можно так сказать, что вот они нужны, нам нужны все равно. Можно крупным планом снять? Можно. Здесь, в госпитале, которые прибывают, и те, которые не служили, может быть, несколько слов скажете, вот, какое-то пожелание просто скорее однополчанам и всем остальным. Скорейшего выздоровления, во-первых, кто в госпитале. Ну, кто там, бери себя. Все. А вы скажете? Ну, пусть эти пацаны не держатся потом. Ну, на гражданке вместе будут. Ну, как встречаться будут вместе. Ну, вообще, как встречаешь вот пацана знакомого. Приятно просто. Ну, как боевые друзья также. Я раньше это, конечно, не понимал, что там в армии, там, ну, как-то на афганцев так смотрел. Ну, были они в Афгане, были. А это как же сейчас совсем переменилось мнение? Однополчание, да? Да, как однополчание. Ну а как вы считаете, вот, вот та задача, которую вы там выполняли, и ваши действия в боевой обстановке, это можно назвать подвигом? Подвигом? Можно назвать, конечно. Какие-то моменты были, о которых можно это сказать? Это и был подвиг. У нас много пацанов погибло. Ну я даже... Там много моментов было, ну просто как... Рассказывать сейчас неохота, не надо. Спасибо.
вашему сослуживцу Алексею. Они вернулись живы! Мы их встретили! Вот брат мой! Снимай нас! Снимай! Всех подряд! Ходишь польку с отцом, все сделаем. Борис, два брата, старший брат, а ты сам младший. Я говорю, два брата, сам младший. Для нас, конечно, такой маленький наш. А мы сестры. Младший, да? Да, младший. Последний. Сам такой, старший. На 40 лет мамка родила его. Да. Он теперь мой помощник. Будет помогать мне. Да, а сколько еще стало служить? Ой, еще долго. Целый год. 8 месяцев еще? Ты чего? Так это нет ничего. Ну, да. После такого... Не, ну здесь, ну, да, здесь уже это... Здесь на 2 года. Здесь спокойнее. Самое главное, чтобы, не дай бог. Сгорел себя снимать. Скажи. На, Дима. Thank you.
Спасибо.